Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации. Документ размещен сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Статус будет присваивать Министерство юстиции России, после чего такая газета, журнал, радиостанция или телеканал должны будут подчиняться тем же требованиям, что и некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа. Надо, например, отчитываться, откуда именно деньги, и не реже раза в год проходить проверки. Новые нормы распространяются только на иностранные средства массовой информации. Они приняты в ответ на враждебные действия Соединенных Штатов в отношении американского филиала телеканала RT.